твои проблемы. Не хочешь спать здесь, спи на диване. А я буду здесь спать. И передвигать я не буду ничего. Так, Амина, сейчас попьем молочка и сразу ложимся спать, потому что уже очень поздно. Так, стой, Камин, это мой стакан. Почему это твой стакан? С чего ты решила? Потому что там чуточку больше молока, а я маленькая, мне нужно много. Так, слышишь, малявка, это мой стакан, потому что он на моей стороне. Ну, Камин, пожалуйста, уступи мне. Ладно, давай накопить ножницы бумага. Если выиграешь, отдам. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ладно. На, держи. Все, пошли спать. О, где кровать? Камин! Чего, Аминка? Что-то я не поняла. Кто переставил мебель? Здесь стояла кровать. А я знаю. Это я поменял местами мебель. Мне надоело там спать. Вот я ее и переставил. Теперь там будет диван. Что-то я не поняла. А почему ты у меня типа не спросил? Может, я и там не хочу спать? Ну, это твои проблемы. Не хочешь спать здесь, спи на диване. А я буду здесь спать. И передвигать я не буду ничего. Пока Амина не нажалась папе. Аминка, куда смотреть? Что переставил? Я что-то не пойму. Папа, я все видела. Он кровать туда поставил, а диван туда. И еще сказал, чтобы я спала на диване. Аминочка, на данный момент я вижу, что диван на своем месте, а кровать на своем месте. Ты чего опять выдумываешь? У тебя что, температура? Может, ты заболела? Да нет, вроде нет температуры. Все, перестань выдумывать, иди ложись спать, хорошо? Все, давай, спокойной ночи. Камиль, как ты так быстро переставил мебель? Меньше будешь ждать, крепче будешь спать. Это для тебя будет уроком. Будешь знать, как на меня жаловаться. Бе-бе-бе. Надоело мне здесь сидеть. Места мало, цвета мало. Может, переехать куда-то? О, перееду к окну, там светло.
дело, просторно, места много. И света очень много. И уютно особенно. Хорошо делать уроки в таком месте. Тарильчик, ты идешь со мной играть? А где стол? Кто притащил мой домик, лошадку и мой стол? Камиль, ты что, опять за свое? Поставил игрушки мои в угол, а еще поставил сюда свой стол. А что, мне тут надоело, а здесь комфортно, уютно, света много. А твои игрушки и так там полежат, ничего не произойдет. Да, Камиль, переставляй все обратно, мне это надоело. Амина, ничего я не буду переставлять, иди играй в свои игрушки. Ну все, Камиль, ты сам допросился, я иду папе все рассказывать. Вот вредина, опять папе пошла все рассказывать, надо срочно все переставлять. Аминочка, что ты опять выдумываешь? Посмотри, стол на месте, игрушек там нет, там пустой угол. Твои игрушки, они вон у окна лежат, все нормально. Ну, папа, честно, я все видела, он поменял все местами. Амина, может, ты лучше перестанешь выдумывать всякие разные истории? Аминочка, ну может ты серьезно перестанешь уже выдумывать всякие разные истории, а? Иди поиграйся лучше со своим кукольным домиком. А теперь вопрос на внимательность. Напишите в комментариях, сколько раз Аминка пожаловалась папе. Ставь лайк, поддержи нас этими лайками. Куча-куча лайков поставь под этим видео. Нажми на красную кнопку и подпишись на наш канал. И не забудь зайти на наш инстаграм, там ты увидишь нашу обычную жизнь. Ссылочка будет в описании. Всем пока!